трехдневные специальные мероприятия областной держаутоинспекции прошли у Гомеля. У один из дней на дежурство с инспекторами вышла и наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Порушение хуткостного режима на дороге – это небезпека как для водителя, так и для пешехода. У момент порушения автоуладальник допускает шерох с подорожных помылок, выезд на сустречную полосу, небезпечные обгоны и проезд на червоное светло светлофора. Для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, например, проезд на красный сигнал светофора, и рассчитывают на то, что раз сотрудник ГАИ не остановил, значит, он останется безнаказанным. Вот таких водителей хотелось бы предупредить, что ежедневно мы просматриваем видео, которое ведется в нашем городе, выявляем таких водителей и потом вызываем ГАИ и, как правило, составляем административный протокол. За 9 месяцев этого года у Гомеля учинено 3 дорожно-транспортных здарения по причине перевышения хуткости, у яких один человек загинул и 5 отримали травмы. Инспекторы Держаутоинспекции спынили больше за 7500 порушений у хуткостного режима. Хочу сказать, что это повседневная наша работа, не только касающаяся отдельного участка проезжей части. Данная работа проводится в тех местах, где наиболее часто происходит дорожно-транспортное происшествие. Места концентрации ДТП, перекрестки, таковых нет, но есть улицы, на которых наиболее часто совершаются дорожно-транспортные происшествия. Конечно же, одна из таких улиц – это наша главная улица Советская, где зарегистрировано наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. Но также это улица Ильича, проспект Речицкий, проспект Октября, проспект Космонавтов, где также сотрудниками батальона дорожно-патрульной службы осуществляется контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения. У ходе рейду спиняли автомобилистов по разных причинах. Например, у водителя БМВ присутничает тонировка, что является порушением. А вот во владельника Volkswagen отсутничает техогляд. Ему робят попередження, однако штрафу он не позбегает. Супрацовники ДАИ выявляют у автомобиля шторки, не предугледженные заводской сборкой машины. Это порушение равнозначное тонировке, тому водитель отримливает штраф. У всего за 3 дни зафиксовано 108 порушений. За хуткость притягнуто до отказности 17 водителей. Еще 7 за непропуск пешеходов. Менее чем за 2 часа экипажем ГАИ было выявлено 5 нарушений правил дорожного движения. Нарушения абсолютно разные, то есть это и скоростной режим, и привлекали сотрудники госавтоинспекции водителей за нанесение пленочного покрытия на стекла автомобиля, также шторки, также был выявлен пешеход, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. У этом ходе на многих дорогах Гомеля установлены видеокамеры. С их помощью сотрудники ДАИ регулярно выявляют порушальников. Когда вы увидели на дороге лихача, поведомляйте у ДАИ по телефону 102. Когда у вас есть видео или фото порушений, досылайте их на электронную почту ДАИ. Такие меры могут выратовать жизнь не только водителя, но и пешеходов. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».